приграничной стране, заграничной, в одном из огромных чужих городов живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов. Живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов. Чтоб быть в русской жизни, он делает бизнес. Он враг коммунизма, он в общем аскет, как все за границей. Он ходит молиться, а где-то хранится его партбилет, как все за границей. Он ходит молиться, а где-то хранится его партбилет. И не за награду, и виллу с оградой, на риск каждым утром тут мистер идет, а где-то в Ростове, а может в Пскове, а может на Волге семья его ждет, а где-то в Ростове, а может в Пскове, а может на Волге семья его ждет. Но может так статься, что и не дождаться, когда он с работы вернется домой, а просто однажды придут к ним и скажут: он, долг выполняя, погиб как герой, а просто однажды придут к ним и скажут: он, долг выполняя, погиб как герой. Так какой безразличный стране заграничной, в одном из огромных чужих городов живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор. Возвращаемся к теме афганской войны. Колонна. Трасса жизни, она шла от Харатона, от Термеза. И шла, и кончался на нас в Файзабаде. Северо-восток, где четыре границы сходятся. Галоши везли, муку везли, цемент, соляр, бензин, еще чего. Это все, чего не жалко, наверное, было. У нас этого всего не было. Я в армии, вот в 860-м полку. То, чего отвык, я с детства этого не ел. Тушенка в лопатах грузил. Сгущенка в лопатах. Гречневая каша, дед Покачек, там лопаты в совковой. Ну что, поймешь, что уходи. Макароны пробирал. Все правильно, на фронте надо кормить лучше, чем в тылу. А похоронки не было. А? Похоронки не было. Не потому что разворовали полку, да похоронки много чего не было. Поэтому похоронки продавали солярку. А потом от солярки не хватило, когда Рохин приказал там идти навстречу наступающим батальону, и заглохли. Вот так вот стали, а почему не стали? Я-то знаю, как танк устроен, как у него автомобиля, да, поплавочные камеры. И она до последнего выбирает бензин, так строит. А там нет, потому что, ну я знаю, ладно. Я от героизма за Тиньку Бакарака, ну я, мой друг замечательный, Толя Абрамов, начальник штаба, там подбирать команду, всем в этой крепости разбавили. И они нас снабжали, ребята, это первый батальон, и они снабжали языками, мы там с ментами боевыми ездили там. Они возьмут кого-нибудь темного запроса. А мы их вертолетчик, а вертолетчик надо горать. То устретили, выкинули их сейчас там. Горный орел операция. Ну что, палачи там? Их же отпустят потом. Или с родной возьмут служить там этих извергов. Вот, ну колонны это да. Может быть, в Бадахшанской долине особых боев-то не было, как в Кандагаре там или что-то. Но там было другое страшнее. Это последний путь колонны. Колонны проходили. До 30% потери техники приходили в полк. 30% личного состава. Выходил полк. Я встретил офицера раненого. Он лечился на лечении в Новороссийске. Он сказал, вы уходили, когда полк выходил. По старой дороге, там же никто не пользовался ею. Там все это было, им пришлось идти. И каждого третьего раненого убили. А труп мы не бросали вот на машины, которые уцелели. Вот так выглядели, брусом выкладывали.
Ну, по заявлению самого Громова в 2008 году в районе Бадахшана 4 миллиона мин поставлено нами, и все утеряны, и мы побежим. Прямо начиная с 80-го года. Так что героически выходил полк, 860-й отдельный мастерковый полк. Вообще героически, там, если бы даже не все были замечательными командирами. Там. Войны там было достаточно. Войны там было достаточно, но... Героически вошел. Более чем достаточно. Но колонны – это страшная вещь. Игорь, знаешь, почему так много... Потому что снабжение все через колонны. Так много говорят о Жалабаде, так много говорят. Да потому что там бригада стояла, там бригада спецназа в Жалабаде стояла. В Кандагаре до ШБС. Я думаю, что пою там про эти колонны. Полно журналистов. Колонны. А тут, слава богу, а то нужны те были. Один Верстаков приехал, написал там. Заложил с потрохами командир разведки вашего занятного. Умер занятного. Я к вам возили Лещинского, у меня фотографии есть от Терочки. То есть Соловьев или Снегирев из Комсомольской правды приезжал, хрень какую-то писал, файзабадские яблоки там какие-то. Положено было. Да ну и положено. Соловья Лещинского вам таскал туда. Не знаю. У нас там была ткацкая фабрика, помните, ковры где-то как. Ему меня, у меня выкрая. Вот за этим мы туда ездили. Ну и заодно там, ребята. Ну вот колонны, Тулукан Файзабад. Размышления в колонне Тулукан Файзабад. Вел колонну Слава Масловский, а я, Валерий Феофанович, его зампотех, сидели на броне, пьяный, в стельку. Водитель обкуренный, все на нашой. И это правильно, потому что у офицеров всегда есть две водки, взять или спирта, и избежать шоковой смерти от шока, а у солдата нет. Сгорешь, на 70% бойца нет, вы даже выживешь. А, да, да, спасибо, что кушаешь. Ну и вот так. И спать хочется, и скорость колонны такая, 5 км в час. И саперы мин не найдут, потому что фугас. Вот туда смех. Поставили в город Кундуз, а это центр. Для создания колхоза какого-то. Сколько десятков тонн аммиачной селитры. Которые они поставили 5 км. Да, прям 50 килограмм мешок. И там и ни собак не выходит никто. Наши доказывают, нельзя из селитры делать. Сейчас вот в интернете, из этой селитры, вот чего угодно. Еще как мощник. Еще как мощник. И вот 50 килограмм лежит в колее, а там только колея, слева обрыз, укропчатся местами и скала. И накатанные колея колоннами идут там до машины. Ямы проваливаются. Они там мешок селитры закопают, поставят самокатик, гвоздь там, батарейка. И две крышки от консервных банок. И лезвие открытые. И лезвие, или кость, или срезанные в каблук сапога. И где там снимется, когда замкнется, под каком неизвестно, где сработает фугас. С фугас так, 50 килограмм башню сносит. У БМПшки башню уносит метр на 50. Мотор 5 ТДФ стоит, по-моему, композитный за БМП. Улетает тоже далеко. 50 килограмм. Ни собак не учу, ты не проткнешь его щупом. Никак, травму его не возьмешь. Так, чтобы как Бог положит, кому повезет. Вот. И размышляем. Деваться некуда, кроме механика, водителя. Все сидят на броне. Есть вариант при атаке с РПГ делать с переломами, контузиями, травмой черепа, но сгореть живьем. Только разделано. Раздавленный огнем давление внутри коробки. И механик водит смертник. Понятное дело. Он сидит на сиденье. По ходу положить. Да, сидит на сиденье. Потому что иначе не видно, там пыль стал. А вылетали. По пояс так и находили его здравствуйте. И размышления. Пьяная дремота, когда все равно и на все наплевать. Но хорошая мысль пришла. Например, песня об этом написала. По заметным темам. Двух разных войн, едино суд. Так говорил один комбат. Мы трассой жизни звали путь. Из Тулуканов в Файзабад. Ползет колонна между скал, за поворотом поворот, за перевалом перевал. Держись спокойнее, браток, на нервы мизерна цена. Здесь не Европа, а Восток, и в моде минная война. Не угадаешь, где рванет, под кем сработает запал. За поворотом поворот, за перевалом перевал.
говорить. Тебя в Союзе кто-то ждет. А может, ждать уже устал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. Да нет уж, лучше не дремать и успокоиться на том, что будет время вспоминать, когда до финиша дойдем. Пыль со скулы смывает пот, в глазах багровый карнавал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. А где-то мир и тишина, и только фильмы о войне. А здесь отметилась война, пробоины в лобовом стекле. Сказали, вас награда ждет, а ты о ней и не мечтал. За поворотом поворот, за перевалом перевал. Дилемма, быть или не быть, не для уставших наших душ. Мы просто дальше будем жить, перевалив за Гиндукуш. Вон прогудев над головой, вертушки в сторону ушли, и перестроился конвой. Очнись, приятель, мы дошли. Значит, в этой песне история была написана как героическая песня. Назывался 15 человек. В 92 году она продолжилась, имела продолжение, и теперь, значит, я закончил ее, посмотрев на то, что с нами стало, со многими из нас, кто еще оставался в живых. И началась скорость Чеченская война, да это Фергана, да это вот там еще чего-то, 5-10, Абхазия, Приднестровье, все одно и то же. И звали тут даже опять, и меня звали туда, и ребят звали, многие туда пошли, и из тех, кто пошли, многие не вернулись. Но 15 человек, 15 человек, нас много или мало, узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Короток был приказ, куда ж еще короче. Нам топать предстоит почти что в Пакистан. И выйдя на рубеж, к исходу этой ночи с налета захватить с оружием караван. Нам комполка сказал, что будут нам награды, и тем, кто не дошел, и тем, кто уцелел. А замполит сказал, вы справитесь, ребята, но почему-то сам идти не захотел. И вот четвертый час утюжим эти скалы, полночи позади, а главное успеть. А где-то там вдали, за синим перевалом, полсотни басмачей торопятся на смерть. Они заплатят нам за взорванные школы, за слезы матерей, за выжженный кишлак. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, а мы им поутру сыграем отходняк. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, а мы их поутру сыграем отходняк. Как там получается? 4 года спустя. Закончилась война, да здравствует гражданка. Героем всех времен кого-то назову. А ты, солдат, опять крути-верти баранку и жди, когда опять на бойню позовут. А ты, солдат, опять крути-верти баранку и жди, когда опять на бойню призовут. А те, кто за тебя судили и рядили, а те, кто за твоей спиной разваливал страну, промявлю там тебя, напрасно не добили, так вот тебе приказ на новую войну. И снова, как тогда, полезем мы по скалам, и снова, как тогда, попробуем успеть. А бывший комполка получит генерала, а бывший замполит успеет повелеть. 15 человек, нас много или мало, узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, и радуйся, что ты пока еще живой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, и радуйся, что ты пока еще живой.
пока еще живой. Ну и вот еще 3 минуты, последняя, сугубо мирная песня. Я написал исключительно для моих сыновей, когда я вернулся, им было по 5 лет. У них там животы были, еще что-то, они были детей и спать не хотели. И пришлось писать песню. На гитаре можно было на одной струне дергать, не влечет букву, они все засыпали. Ну, эта песня называется «Оловянные солдатики». Песня была... А перед мирной песней одну еще. Какой? И мы с вами, и некоторые здесь сидящие, здесь сейчас присутствуем благодаря... А мы уходим. Вертушка, ну святое дело, да. А мы уходим. А? Уходим. Уже время. Не, мы уходим, она затерна, заезжена, это на меня. Ее перебрали в такой виде, она пошла гулять, в таком виде ее чили, в таком виде я ее полюбил грома, в таком виде изуродовался молодой. Я ее разлюбил. А как вертикально? Нет, не про вертикально, я говорю про его. Сейчас мирную сначала для разрядки, мирная песня, колыбельная, называется «Оловянные солдатики». Что-то мне вот сейчас напоминает некоторые происходящие события с министрами обороны, там, с МЧСниками, а отношение к солдату все такое же, расходный материал. И как сказал один мудрый, но ненормальный деятель в России, да что там солдат жалеть, в России баб много новых нарожает. Вот у нас, к сожалению, это вошло в закон. Ну вот это вот. Оловянные солдатики, просто детская игра. Каждый с мини-автоматиком и с мини-шашкой генерал мчатся в мини-батериках за противником догон и у мини-офицерика. Мини-ленточки погон от юдашки вот в атаку смело двинуты, оборону проломив. Из коробки танки вынуты и сходу брошены в прорыв. Ну и еще одно усилие, вон даже конница пошла, ура! Но тут случилось перемирие. Мать обедать позвала, и на время каша манная помирила две страны. И дождалась поле бранной первозданной тишины. Ох вы, маршалы курносые, вам бы только воевать. Хорошо, что в игры взрослые. Не случалось вам играть, тут ни стратегии, ни тактики, ни теории, ни наук. Оловянные солдатики, 2 рубля за 10 штук. Оловянные солдатики, просто детская игра. Но каждый с мини-автоматиком и с мини-шашкой генерал. Местных полском они добывали местные населения, какие-то
килограммском, добывать лазурит, тащили в Пакистан, продавали килограмм, но лазурит, а хороший лазурит, он стоил $1000, $3000. Казахстанский лазурит лучше. Его больше нет, в остальное чароид, там, лазурит, африки у нас. Покупалось оружие на эти деньги и везли по чертам с нашими мятежниками. Из Пакистана везли сюда. Но вот эта операция, значит. Ну вот афганцы знают, парванис, это на фарси, наплевать. Это мягко говоря, да, больше не по барабану. Это по-русски. Дыра, много гор и высоких перевалов, среди них Карамурзон. Лазурита там навалом, а еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи Афгана, вашу мать. А еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи Афгана, вашу мать. Там душманский отряд под командою Гулдода, а у них говорят, зажигай минометы, только нам, парванист, нам на это наплевать. Перевал твой, дошика твою, Афгана мать. Только нам, парванист, нам на это наплевать. Дошика Афгана вашу мать. Вот ракета пошла, начинается работа, лезем прямо с борта под огонь их пулеметов. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать. Перевал твою, Афгана мать. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою Афгана мать. Нас рассвет застает, запыленных и уставших, водка нас не берет, так что молча пьем запавших, но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою Афгана мать. Но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою Афгана мать. И вернувшись домой, чтоб не все было забыто, мы захватим с собой по кусочку лазурита, чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать, лазурит твою, Афгана мать. Чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать, лазурит твою, Афгана мать. Вам интересная история? Много лазурита были, солдаты пепси с него точить, что-то делали. Командир полка Родионян приказал выложить перед штабом дорогу лазурита 4 на 4. Да не дорожка, квадрат был, там все, пост сдал, пост принял, все. Так продолжалось где-то месяц. Пока приехал генерал целый, генерал-майор, командующий артиллерийским Турково, проверять, как там у полка с вооружением. Увидел, да, увидел, что это, что это, что. Короче, сутки пробыл, собрали несколько мешков, увезли в лазурит, тот в Турково. И даже нам под Оксане остались только пепельницы. Теперь вот действительно, это, надо спеть про вертолет, я начал говорить, побратим погиб, Вадим Бурак. Эта песня написана в ночь в новогоднюю с 82 на 83 год. Притащил мне камнезского балабана Виталька вот такую стопку боевых лесков, я на них писал, на салфетках. Никто не знал, что потом я потеряю побратима. Я не знал, не думал, мы ходили семьями, вернуться должны в одном году, в 83-м, и поехать почти прямо вот так, вдоль границы едет к Советскому Союзу, на машинах поехали, с детьми поехали. Куда? До Ишкашима, до этого горного хорода. Ну, вот опять летим мы на задании, режут небо кромки лопастей, а внизу земля Афганистания разлеглась в квадратиках полей. А внизу земля Афганистания разлеглась в квадратиках полей. Но не верь в спокойствие ты вечное, вот уже к тебе под облака тянутся прерывистые встречные огненные трассы дошикам. Тянутся прерывистые встречные огненные трассы ТШК. И кому судьба какая выпадет, предсказать заранее не берись. Нам не всем ракеты алые высветят право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракеты алые высветят право на посадку и на жизнь. Ни к чему гаданья и пророчество, и о прошлом тоже не жалей.
Не спастись порой от одиночества, даже в окружении друзей. Не спастись порой от одиночества, даже в окружении друзей. Но опять летим мы на задание, режет небо кромки лопастей. И опять страна Афганистания разлеглась в квадратиках полей. На, веселую песню одну спою. Если вам однажды передают... Да. Это на пусты, в общем-то, я так когда говорил, что это на пусты новичкам, которые не успели прилететь в Афганистан, к счастью, прибыть, доложить, а их тоже время отправляют. Это старый прапорщик, который там, бог знает сколько лет, там, сверхсрочную службу в Афганистане встречает, провалит. Главное, в горах, ребят, не пиздеть, улыбаться там. И все нормально. Горы и подушки, вот, ну, кучки какие-то высокие, залезем, заберемся, будет нормально, все отлично, главное об этом не думать. Веселее улыбайтесь и все. И на что не обращайте внимания. Пока я с вами, все живы, буду сейчас здоровы, так, как всегда. Если вам однажды перед рейдом в горы не досталась каска и бронежилет, вспомните, что где-то бродит вовсе голый, с вами в общем незнакомый снежный человек, и улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вы с обрыва в голубые дали полетели лихо камни догонять, вспомните, что раньше вы так не летали, и, как видно, больше вам так не летать. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас в дукане нагло обманули, если гнев невольно в сердце к вам проник, так вспомните, что в вашем автомате пули, их на все дуканы хватит, вспомните о них. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. А если вас за ногу кобра укусила, если жить осталось только полчаса, помолитесь Богу, соберитесь силой, и как в детстве начинайте верить в чудеса. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Вот я не могу, без слез тяжело петь, самый трагический куплет. Если вам замены нету из союза, если не пускают свидеться с женой, вспомните, ребята, Робинзона Крузо, как 12 лет прожил он с одной козой. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. И хорошее настроение не покинет больше вас. Как говорит Калин, еще 3 минуты. Но это про крайний. Там как раз про вертолетчиков и музыку наших граничных, что 60-й. Это колонна. Восход был, да, у Славки по земному московскому. Восход, и вертолет прикрывали. Конечно, это был Высоцкого тогда и не было. Мелодии делать и все это. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Здесь горы, вершины и солнечный зной. И медленно по серпантину колонна ползет. Опять засада, а ну держись, дешевле. Денег стоит жизни, только случай решает, кому повезет. Опять засада, а ну держись, дешевле копейки стоит жизнь, только случай решает, кому повезет. Броня БТР раскалена, ему недолгая жизнь дана, до первой мины, до первой РПГ. А ты не машина, ты человек, летит 14 век, тебе в лицо сквозь прицел КПВТ. А
А ты не машина, ты человек, глядит 14 век, тебе в лицо сквозь прицел КПВТ. Будет под пулями броня, пытается смерть достать тебя. Ты ей ни раз и ни два в глаза глядел. Но сквозь пороховой туман ты слышишь гром и вой душман, и землю пробили десятки огненных стрел. Но сквозь пороховой туман ты слышишь гром и вой душман, и землю пробили десятки огненных стрел. Знакомый рокот в уши бьет, над нами боевой вертолет. А ну-ка теперь посмотрим, чья возьмет. Пускай ты летчик, а не бог, но больше бога ты сделать смог. Спасибо, дружище, за нами не пропадет. Пускай ты летчик, а не бог, но больше бога ты сделать смог. Спасибо, дружище, за нами не пропадет. Мы тоже выручим не раз тебя, как ты сегодня нас. И выпьем не раз за дружеским столом. С тобой за тех, кто не дожил, кто не допил, не долюбил. И никогда не забудем мы о ком. С тобой за тех, кто не дожил, кто не допил, не долюбил. И никогда не забудем мы о ком. Здесь на войне, как на войне, здесь дружба ценится вдвойне. И потому за дружбу второй стакан. За нас с тобой, за дом родной, за этот день, за этот бой. И даже черт с ним за этот Афганистан. За нас с тобой, за дом родной, за этот день, за этот бой. И даже черт с ним за этот Афганистан. Все, спасибо вам большое. Всем добра, здоровья, удачи, счастья, любви. Хорошего лета, хорошего отдыха. До новых встреч.